на нашем каталоге. А вот индивидуальная рассылка по базе инвесторов у них стоит 40 тысяч рублей. Это где-то 615-620 долларов. Но вообще индивидуальная рассылка дорогая. Не, ну может быть, франшиза Ру это лидер, это дорогая компания, да. Очень. Да позвони, вот. Может быть, есть другие компании какие-то. Есть другие компании, сейчас я тебе скажу. Есть, например, такая вот плохая компания по Украине конкретно. У них здесь стоит стандартный пакет, стоит 30 долларов в месяц. Значит, что тут предлагается? На месяц размещается наша франшиза. На вывод на главную держится неделю. Рассылка франшизы по подписчикам. Здесь 7500 человек по базе. Ну давай, все, покупаем. Вот послушай, это на месяц. Это самый низкий. Ну давай на месяц сделаем. Купили, есть все. Есть популярный. Вот сейчас я тебе скажу уже все. Популярный еще есть. Он стоит 75 долларов на 3 месяца. Вывод на главную 2 недели. Значит, рассылка франшизы по базе 3 раза, в топе каталога 3 месяца он держится, и еще интервью с франчайзером. Все, заказывай популярный, заказывай. Популярный, все, да? Готов сегодня оплатить, все, готов. Хорошо. Интервью завтра готов дать. Хорошо. Разместила там, ну это так, нашла просто по запросу биржи франшиз, и там в топ вышли две группы ВКонтакте. Ну, в общем, я на стену там на две группы повесила наше объявление. Дальше, на сайте Бибос, ну, ты там интервью ему давал, да? Угу. Есть раздел «Заявки на покупку франшизы». То есть там люди оставляют свои заявки, ну, они хотят купить готовую франшизу. Значит, я оставила в личном сообщении, там не больше 5 в день можно рассылать. В общем, сделала рассылку. Ну, например, по тем заказам. А сбрось мне линк, сбрось мне этот линк, чтобы я не искал потом вот этот про заявки, я проанализирую. Интересно, не знал об этом. Ну, там, ты знаешь, они обновляются не так часто, и есть конкретные просто предложения. Но я выбирала те, которые более-менее. Ну, например, рассмотрю любые предложения. Знаешь, ну, пришли, я посмотрю. Знаешь, я посмотрю, интересно. Да, я спрошу. Слушай, я найду тебе спрошу. Угу. Так. Еще хотела тебе сказать, и еще один сайт есть. А Shop, ты не смотрела? Shop. Вот я смотрю в Яндексе, купить бизнес я написал, он выходит в третий у меня, если купить бизнес. Shop посмотрел. Да, еще бизнес for sale, крупнейшая биржа покупки для продажи бизнеса, он второй выходит. Я записываю сейчас видео, посмотришь на видео. Да, вот. Ну, есть, конечно, РБК, это монстр, знаешь, что такое РБК, да, это российское информационное агентство. Да. Ну, у них, наверное, дорого. Ну, спроси ради интереса. Ну, вот смотри, еще один сайт. Есть French Bits. Угу. Есть такой сайт. Это объединение каталогов франшиз. Угу. То есть размещаем, допустим, на одном, ну, делаем пакет, а публикуются на пяти. И они ориентированы на разные страны. Сколько хотят Россия, Украина, денег? Казахстан. А? Сколько хотят денег? А сколько хотят? Значит, у них 6500 человек в день. Ну вот смотри, самый дешевый, 60 долларов в месяц. Ну, просто стандартный, просто... То есть мы публикуем у них, а они на 5 размещают, да? Да, да. Плюс еще мобильное приложение. Там, ну давай тоже попробуем, давай попробуем. Вот, ну 60 долларов. Есть, понимаешь, вот, конечно, за 720 долларов стоит, это на год. Плюс одна индивидуальная рассылка, плюс баннер на 30 дней. Ну, если просто в каталоге 60 долларов, можем разместить. И они уже будут... Купить. Ну давай, давай вот эти двух разместим. Да? Вот первые, вот, которые ты назвала, и вторые вот эти. Да, ну вот это вот, знаешь, такие более-менее нормальные, потому что остальные там цены очень...